Всем большой привет! Меня зовут Юля, я очень рада видеть вас на своем канале. Обязательно подписывайтесь, если вы этого еще не сделали. Сегодня с вами пойдем в магазин «Светофор», в магазин низких цен, будем смотреть новинки и ассортимент. Город Курск, улица 3, агрегатная, 23. Желаю вам приятного просмотра. Спасибо за лайк. При входе с вами видим сразу гель «Сорти». В больших объемах появился он у нас по магазинам. 228 рублей за 3 килограмма. Камертон. Ну, общим планом тоже покажу вам, что есть. Что-нибудь подробно рассмотрим. Надеюсь, что найдем новиночки. Они тут всегда есть. Мистер Пропер, моющая жидкость для полов и стен. По 69 рублей за 750 миллилитров. Здесь к нам ее завозят всегда голубенькую. Вообще, она еще бывает лимонная, да, такая желтенькая. Вот эти вот Бимакс капсулы вижу тоже не везде. Очень-очень редко пока в Светофоре. 300 рублей, 30 штук. Были отзывы уже об этих капсулах и писали, что очень плохо они растворяются. Но если брать горячую воду, то растворяется хорошо. Просто говорю вам, что пишут в отзывах. 450 грамм здесь всего. Если в горячей воде, то хорошо и отстирывают, и хорошо все растворяется. Средство для посуды АОС. 70 рублей. Большая упаковка. 1000 грамм. Тоже его много. Кондиционер для белья. Сама лично не пробовала, потому что большая упаковка достаточно для меня. 107 рублей за 5 килограмм, за 5 литров. Но были отзывы. Девчонки покупали и писали мне, что были даже удивлены, что в принципе справляется этот кондиционер хорошо. Хотя он жиденький такой. Но главное нам с вами, чтобы справлялся, правда, со своей задачей. Такой большой магазин, конечно, труднодоступный в плане доехать до него только на личном автомобиле или на такси можно. Остановка далеко. Но здесь всегда есть прям полный ассортимент всего. Мне здесь всегда очень нравится гель для стирки. 141 рубль, 300. Это его объем. И... никто мне как-то еще не писал, сама я тоже не пробовала. Надо попробовать хоть. Но я сейчас люблю жидкие средства для стирки. Они никогда не комкуются. И мне, если интересно, 160 рублей. Еще один. Они отличаются, ну, по крайней мере, вот этикетка, да, универсальная. И как бы для деток подходит. И еще я вижу, что один мутный, мутноватенький, ну, вот видно вам. А другой такой прозрачный. Но, в принципе, это... один как бы производитель, и они появились сразу вместе. Зеленые крышечки у них похожие. Так, вот здесь вот новинка. Не было у нас такого геля. Это белизна. Он был, но в другой упаковке и в другой таре, я помню. Был больше объемом. Здесь 1300 мл стоит 46 рублей. Отбеливающее концентрированное средство. Кто пользуется белизной? Что именно делаете? Напишите, пожалуйста, честно, я не покупаю белизну как-то. Далее, вязаные табуреты. 223 рубля. 47 сантиметров, пластиковые. Вот, смотрите, что здесь есть. Здесь не разобрали. Подносы с вкладышем, сушилкой. 135 рублей. Смотрите, как их здесь много. Это все эти подносы. Показывала вам их как-то и на Косухина, но что-то сейчас там их нету. Видимо, хорошо разобрали. Я уже вам говорила, что, в принципе, хороший поднос. Вы и сами писали, что многие покупали уже его у себя в городе. Покажу вам поближе размер его. Вот он. Удобно сушить посуду, фрукты, овощи и зелень. Ничего проливаться не будет. Знаете, он достаточно большой и объемный. То есть можно сразу много посуды поставить. Потом все это просто вылить излишки воды. Вообще прекрасная вещь. Далее у нас ящики перфорированные. Вот такие вот. По 213 рублей на 48 литров они. Указано так. Так, бочки с гнетом. Это емкость пищевая для засолки на 20 литров, 458 рублей. Вы как-то у меня спрашивали, как вообще, можно ли это все делать с продуктами в пластике. Но я вам скажу так, это пластик пищевой. И, конечно, если есть возможность сделать это в эмалированной посуде, но это чисто мое мнение, или в стеклянной, то, конечно, лучше в стеклянной. Ну, а так в пищевом пластике... почему нет? Вот все показано
принципе, они в продаже давно. Кстати, девчонки, кто покупал, напишите, пожалуйста. По-моему, никто еще не писал, что приобретал и что вообще, как вам понравилось или нет. Таблетки для посудомоечных машин по 206 рублей. Кто-то даже вот прорвал. Давайте посмотрим, как выглядит данная таблеточка. Так, они только беленькие там. Вот такая вот она белая. Кто-то рассматривал, наверное. Блестящий результат, без пятен и разводов, не остается на посуде. 60 штук в этой упаковке. Здесь и весы кухонные электронные есть. Если здесь, кстати, входят батарейки в комплект, если их не увидите, то можете уточнить этот момент на кассе. По весам отзывы разные, большинство положительных, многим нравится. Максимальная нагрузка 7 кг и по цене 238 рублей. Далее посмотрим, что еще интересненького. Rexona, антиперспирант аэрозоль, 200 мл, 89 рублей, комфорт пудры. Я покупала здесь неоднократно его, хороший обычный дезодорант, очень приятный аромат, нежный. И, в принципе, такая большая упаковка, есть они поменьше. Пена для бритья от Arca Man. По 100 рублей, 400 мл. Далее у нас освежитель воздуха, сменный баллон, 250 мл, 68 рублей. Кстати, не так давно появился именно он. Так, далее тут, ну, такой обычный, стандартный, но можно и не сменный баллон, вот знаете, который распылитель, а просто покупать, он тоже будет брызгать. Дезодорант для тела мужской, 58 рублей. Вижу, что его начали брать. Это новинка у нас в городе. Мы не покупали еще. Гель для душа. Сколько он стоит? 45 рублей. Манго и маракуйя литровый. По консистенции, средней консистенции. Ничего такого не могу больше сказать. Но я думаю, что все равно это бюджетный вариант. Ценник хороший и объем большой. 149 рублей. Гель для бритья от Gillette на 200 мл. Тоже много-много его здесь прям завезли. Ополаскиватель для полости рта. Зеленый есть. И есть вот такой вот синий. Со вкусом мяты один и другой. Но зеленый мне писали, что, знаете, мята чувствуется посильней. А так он считается 6 в 1 упаковка. И стоит он 30 рублей за 500 мл. Далее зубная паста. Зубная паста от Colgate. 53 рубля, крепкие зубы, свежее дыхание, 125 мл. Большая упаковка. Вот такая вот. Дальше посмотрим с вами капли. 45 рублей, сода эффект, универсал. По-моему, она была меньше упаковка. Сейчас ее сделали на 850 грамм. Да, это новинка в формат. Вот. И, кстати, сзади есть этикетка, потому что про АОС многие спрашивали, почему есть впереди есть, а сзади ничего не написано. А в капле все написано. Так, смотрим с вами дальше. Средство 10 в 1. Нормальное, знаете, средство для унитаза подходит отлично. Очень бюджетно стоит. 38 рублей всего за 750 мл. Я, кстати, так считаю, не одна. Это я уже многие отзывы вам рассказываю. Так, что у нас вот здесь вот из новенького? А это у нас бесконтактный очиститель с водосгоном, 114 рублей. Смотрите, есть синие и красные. Давайте посмотрим поподробнее. Сразу заметила, что есть вот такая вот насадка на самом водосгоне резиновом. Это очень хорошо, что есть резиновая эта вкладка. Почитаем, для чего предназначена. Для любых стеклянных поверхностей, а также стекол, фар, зеркал автомобиля. Всесезонный. Ну, в общем, вот такое вот средство. Если вы уже пробовали такую жидкость, напишите, пожалуйста. Вижу, что удобный будет распылитель. Сколько здесь по объему? Сейчас посмотрю. 300 мл. Это новинка, кстати. Помню, что они были в маяке у нас, в гипермаркете магазина «Светофор». Теперь вот завезли в «Светофор». Надеюсь, что появится у нас во всех магазинах нашего города. «Мистер Дес» по 49 рублей. Это пятновыводитель. Вот этот семицвет, писали, что не очень хороший,
Поэтому давайте будем его обходить. Ну, по крайней мере, просто он бесполезный. Писали так. Средство для прочистки труб, вот семицвет, всего лишь 29 рублей. Писали, что никак не чистит, не причищает трубы, к сожалению, как-то так. Что у нас по шампуням? Вот такой вот есть в продаже. Стоит он 90 рублей, мягкие и послушные. Он смягчающий идет. 320 миллилитров. Вот здесь вот новинка для деток. Это гель пена детская. Вот такая вот принцесса, так и называется. Выгодная покупка. 650 миллилитров, 105 рублей стоит. Прям вот второй раз вам всего лишь показываю. Второй раз сама это все вижу. Большой такой формат. 650 миллилитров. Я думаю, что надолго хватит, если будет хорошо пениться. Но пока отзывов не поступало. Если уже пробовали, пожалуйста, напишите. И, кстати, по возрасту указано 1+. Здесь даже есть набор от Красы по 132 рубля, шампунь 400 мл и бальзам для волос 265 мл. Вообще их три в серии, здесь объем от корней, только такой. Хороший вариант, отзывы были хорошие тоже об этом шампуне. Далее лак для волос от Романтика по 57 рублей. Посмотрим, что еще здесь. Ого, давно не видела эту пенку, очищающую для всех типов кожи. 150 миллилитров. Посмотрим ее. И стоит вот 100 рублей. Пенка для умывания мицеллярная. Удобный такой дозатор. Кто такой пользовался, девчонки, напишите, пожалуйста, очень интересно. Ну и указано, что много всего делает, очищает, удаляет макияж, подходит для всех типов кожи. В общем, много-много всего. Но здесь тоже ее немного. А так вообще давно не видела в продаже. Так, чуть-чуть пониже у нас скрабы. По 86 рублей 720 грамм. Он тонизирующий, подтягивающий. И какой-то вот еще был. Вот тонизирующий, к примеру, у нас на основе натуральных экстрактов кофе и шоколада. Кстати, были отзывы об этих скрабиках. И писали, что они достаточно, знаете, крупные крупинки. И поэтому толк от них есть. Хотя каждому свое. Кто-то любит покрупнее, кто-то любит помелче. Вот они три. Все есть сейчас в продаже. Моделирующий, подтягивающий и тонизирующий. Кстати, производитель город Казань. Антистатик Лана по 50 рублей. Мыло Фа 70 рублей. Я вообще его нигде не вижу, кроме как здесь на агрегатной у нас. В общем, пахнет безумно классно, но мне нравится просто аромат миндаля. А здесь как раз именно с ним. И вообще, Фа мне нравится продукция. Переливаю в свой дозатор, если нужно, и все шикарно. Объем здесь хороший, 500 мл, а цена очень бюджетная. Для такого мыла это просто супер. Далее соль для посудомоечных машин от Mr. Des. 53 рубля за 2 килограмма. Вы мне тоже уже писали, что пользовались ею и вас все устраивало. Засыпаете соль вместе с таблеткой, да, для посудомойки, и все хорошо. Так, далее у нас от бренда любимый бальзам для волос. По 88 рублей он литровый. Жидкое мыло малина и мята. 50 рублей. Тоже хороший дозатор. Неплохая такая консистенция средняя. И приятный аромат. Ну, как пенится, уже не слишком пены много, но я вот, например, не люблю, чтобы было много пены, поэтому меня полностью он устраивает. А еще я очень люблю аромат мяты, поэтому мне нравится. Здесь у нас женская гигиена, прокладки Милана по 24 рубля, ежедневные по 38 за 70 штук. И далее у нас ватные диски, 40 рублей, 180 штук. Уже говорила вам, что мне они очень нравятся. Покупаю их только тут, очень выгодно. И главное, что по качеству все меня радует. Далее ватные палочки, 42 рубля, 500 штук. Вот они. Жидкое мыло хозяйственное по 30 рублей. Это вот то, что уже мы с вами видели. Средство для пола, которое не оставляет разводов, по 34 рубля, литровое. Средство для стекол по 44 рубля, литровое. Сорти порошок универсальный. 19 рублей. А вот здесь вот какая-то новиночка. Не видела еще даже, что это. Но в руке очень удобно держать. Бесконтактный, не пачкая рук. Очиститель для стеклянных поверхностей универсальный. Тоже есть водосгон с таким резиновым наконечником.
114 рублей стоит. Сколько у нас здесь по миллилитражу? 350 миллилитров. Вот такая новиночка. Женская гигиена Always. 38 рублей. 9 штук в упаковке. Очень давно мы не видели с вами мыло от Дуру. Посмотрите, здесь оно есть. 4 кусочка с ароматом розы. И даже, по-моему, был еще лаванда. Вот, если я не ошибаюсь. Почем они? 44 рубля. Только сейчас привозят. Смотрите, как здесь много. Все еще размеры есть, потому что только выкладывают их. Это вот эти вот сапожки. Я вам показывала на Димитрово, что их уже почти разобрали. А здесь, посмотрите, есть еще все размеры. Сейчас хорошо их все меряют, разбирают. У нас похолодало. Непромыкаемые, очень тепленькие. И еще большой плюс, что можно по ноге по своей вот здесь вот придвинуть. Не задувать не будет, не упадут, если что. Друзья мои, наконец-то мы дождались с вами. Вы посмотрите, что появилось. Комплект постельного белья. Вы смотрите, какой состав. 100% хлопок. И производитель у нас город Тула. Я сейчас прям в шоке, в приятном шоке. Смотрите, если смотреть двухспальные, то 736 рублей. С наволочкой 70 на 70, их две. Далее, полутораспальные по 633 рубля. Я вообще в приятном удивлении. Упаковочка такая, конечно, мягкая, но самое главное, что это все хлопок. Вы посмотрите, какие расцветки. Так, я еще хочу посмотреть, достать полутораспальные. Тут тоже двуспальный. Полуторки есть вообще? Указано, что есть. По крайней мере, заявлено на ценнике. Так, посмотрим вот этот. Вот он, полутораспальный тоже есть. Вау, как прям классно. Вот эти вот можно брать. Приятные к телу. Сами знаете про этот материал. Разные расцветочки. Супер. Ну, а вот это уже у нас пошла синтетика. Вот эти комплекты, они уже были в продаже. Но знаете, что хлопок тоже появляется. Надеюсь, в вашем городе он тоже появится. Цены, в принципе, очень достойные, очень приемлемые, дешевле. Я нигде не видела, чтобы купить именно вот постельное белье, комплект. Наконец-то их привезли в светофор. Видео назову, наверное, точно так же, потому что не раз вы писали, почему не привезти просто обычные хлопковые. Вот нас с вами услышали. Что еще здесь есть интересного? Конечно, есть матрацы, да. Вот и ценник на них, 1021 рубль. 80 на 200, высота 5 сантиметров. На матрасник съемный, ткань верха микрофибра. Они, конечно, тоненькие, но я думаю, что на раскладушку, если, да, может быть, кому-то и на кровать подойдет. И они, причем, разные есть по цвету. Вот там вот вижу они звездами. Внизу простыни. Кстати, на них сейчас скидки. Смотрите, простыни на резинке, 100% хлопок, 90 на 200, 274 рубля. А если смотреть 160 на 200, 345. Ну, не раз мы их с вами видели, они очень-очень тонюсенькие, но сейчас по распродаже, поэтому решила вам показать. Вот эти спортивные сумки появились здесь у нас на агрегатной по 235 рублей, 45 на 20 на 25 сантиметров. Вообще они в разных цветах, но здесь я что-то не вижу, где они вообще лежат. Вот одна тут, может быть, они где-то еще, а вот тут, наверное. Ну, в общем, пока вот такой вот цвет. Могу сказать, что нормальная сумка такая. Большой карман, отделение большое внутри. Здесь еще есть один кармашек такой на молнии. И ручка одна, которая регулируется, но она не съемная. Регулировать зато можно по длине, как вам будет удобно. На сегодня свой обзор я буду заканчивать, но будет обязательно продолжение. Покажу, здесь много чего завезли новенького еще. Спасибо вам большое за внимание, за лайк и подписку. До новых встреч. Всем пока.